Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это, вот это вот у нас вообще, вот, наверное, все моды, ну, может, не прям все-все, но прям их до хрена, моды на Friday Night Funkin', которые только существовали когда-либо. И вот здесь вот у нас есть таблица, по которой мы можем их сортировать, то есть я сейчас буду вам показывать вообще вот эти вот все моды, какое на вот первом месте, какое на втором, на третьем и так далее. Вот такая вот серия необычная нас ждет, я надеюсь, вам это будет интересно узнать, как это у меня устроено. Будете потом писать свои в комментарии, в чем согласны, в чем не согласны, также ставьте лайк, не забывайте, помимо этих комментариев, также жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Давайте начнем! Первый же мод, в который я не играл, но я его видел когда-то на ютубе. Это мод с вот таким вот жутким-жутким бойфрендом. И я должен выставить ему оценку, либо A, B, C, D, E, F, G. Ну давайте, так как я не могу сказать, что я не знаю, не помню. Это уже не подходит, я помню, я это видел. Но я не играл, поэтому давайте вот так вот посерединке поставим, вот где-то на D. Я думаю, это будет справедливо. А дальше у нас идет модификация. Как я понимаю, это, наверное, Friday Night Funkin' HD, да? Погоди, сейчас мы проверим. Может быть, тут есть еще что-то, что я пойму, что Friday Night Funkin' HD. Но, скорее всего, нет, скорее всего. Да, короче, вот. Не, стоп, вот. Вот Friday Night Funkin' HD. Так, ну давайте тогда, раз я его нашел, я считаю. Я считаю, раз я его нашел, давайте мы Friday Night Funkin' HD сразу же возьмем сюда. И сразу же возьмем на самый верх. Это просто офигенный мод. Там куча веселых катсцен, куча диалогов. Ну, вы понимаете, прекрасно. Итак, у нас два кандидата уже расставлены. Че вот это такое, я не знаю, не помню. Придется ответить. Так, Санс. С Сансом у нас было одно, я бы на С поставил. Было, в принципе, довольно интересно, увлекательно. Так, слушайте, 4 сделали, 96 осталось, наверное, или типа того, не знаю. Да хрена. Дерево. Мод про дерево, узнаю. Узнаю мод про дерево, ребята. Мод про дерево был довольно веселым. Я бы его, наверное, запихнул бы вот сюда, вот на Д. Вместе вот с этим парнем. Да, я считаю, что вот этот парень вместе с деревом смотрится просто идеально, знаете. Просто замечательная картина. Так, Санс у нас пока одинок. Надо будет Сансу тоже потом кого-то подкинуть на С. Так, дальше. Хацуна Мику. Ну вот, кстати, между прочим, как раз, наверное, Хацуна Мику к Сансу туда вот на С идет. Может быть, на Б, правда, не знаю, даже надо подумать. Не, наверное, знаете, давайте, наверное, на Б все-таки. Извини, Санс, извини, но ты остаешься чуть пониже. Хацуна тебя не согреет своим теплом, потому что она у нас на Б, потому что там есть песенка «Поппи-поппи-поппи-поппи-по». И она мне очень нравилась, я помню. Так, это у нас Моника. Моника у нас идет тоже, наверное, на Б. Давай вы вместе будете с Хацунушкой. Уйти. Мод на Уйти. Ну, мод на Уйти, смотрите, я предлагаю вот сюда пихануть. Это как бы не самый крутой мод из всех. Я считаю, что до HD он, конечно, не дотягивает. Но мод на Уйти был первым таким масштабным именно модом, да. Ему как минимум надо в этом плане отдать дань уважения. А во-вторых, он, в принципе, достаточно крутой персонаж. Поэтому как же не отметить. Что это, я не знаю, не помню. Что это? Я тоже не знаю и не помню. Ой-ой-ой, пошло веселье. И вот это что? Я тоже, представь себе, не знаю и не помню. Походу, вот это вот будет самое многочисленное из всех категорий. У меня такое предчувствие. Импостер. На импостера мод очень хорош. Вот я считаю, на С вот вместе с Сансом, в принципе, пойдет. А и Б, наверное, вряд ли ему, конечно, дашь. Но С... Ну да, да, наверное, так будет справедливо. Так, хорошо. Балди. Ну, Балди, ребята, там вообще, на самом деле... Я бы не сказал, что там что-то особенное было с Балди, там просто текстуры поменяли, музыка осталась так же, поэтому как бы и не говно, но как бы и не сюда, вот на Е. На Е мы поставим Балди, я так думаю. Corruption мод, ребята, Corruption мод у нас отправляется вот сюда, да, вот сюда, вот в принципе здесь ему, наверное, как по мне и место. Это моды Bad Bad, на мой взгляд, замечательные, поэтому на Б. Bad Bad B, как бы все, собственно, логично вполне себе. Осталось еще до хрена, ребят. О, Валуиджи, Уиджи, здорово, Уиджи. Так, мы тебя сейчас это перекинем тебя, дружочек, тоже на Б. Тоже хороший мод, очень классный. Правда, сложный собака. Третий трек хрен пройдешь, ребята. Третий трек, конечно, хрен пройдешь. Так, дальше, что еще мы можем тут, собственно, на это самое, на оценивать? О, это, господи, ребята, ну да, ну это надо, смотрите, это прям надо на самый верх, это же Friday Night Funkin', модификация про деменцию, как там она называется-то, я уже забыл, название там длинное, Everywhere at the End of Funk, да, точно, это прям нужно. Так, мамаша, значит, скиды и пампа,
Я вообще не знаю, что это за мод. Я не видел, где она поет, но, видимо, такое есть. Но я, к сожалению, don't know, don't remember. Давайте я сразу... Давайте вы... Знаете, что сделаем? Сразу don't know, don't remember. Это... Подождите, это, может, Кэрол? Бывшая бойфренд, это она или нет? Так, вот это я don't know, don't remember. Вот это я don't know, don't remember. Смотрите, пиксельные какие-то. Тоже don't know, don't remember. Тоже don't know, don't... Да вы не поверите, я ни хрена don't know и ни хрена don't remember. Так, ну это Хацуни Мику, какая-то забавная. Лемон Демон. Уйти, ладно, это мы... Это мы пока не трогаем. Так, это я понял. Модификация про семейство бойфренда, да, наверное? Так, вот это я не знаю. Вот это я не знаю. О, все, смотрите, оно расширяется, отлично. Мне дают дополнительное пространство. Короче, я сейчас сюда поскидываю все, в чем я вообще ни черта не понимаю. Да, кто все эти люди и так далее. Какой-то индеец, не Чингачгук, большой змей тут какой-то поет. Марафон какой-то, я не знаю, что за марафон, ребят. Я далеко не во все это играл. Это модификация Ads World. Я, нет, я ее чуть-чуть, если это она, то я ее чуть-чуть видел. Так, вот этого робота я не играл, поэтому мы тоже это отбрасываем. И вот эту красоту мы тоже, ребята, вы не поверите, отбрасываем. Зубик я видел, зубик прикольный. Я видел это на ютубе когда-то. Так, по этим я смотрел видос, поэтому мы их тоже сбрасывать сразу в утиль не будем. Это что такое, я не знаю. Хотя нет, знаю, это, наверное, Нео. Это Нео мод, да? Это трэш. Так, вот это трэшатинка. Так, это, наверное, как-то связано со школой Пико. Вот этого чувака я не играл, в принципе. Так, вот это вот, смотрите, вот это бывшая бойфренда. То, значит, я не в курсе, что такое. Это я тоже не в курсе, что такое. Как до хрена всего, я не знаю, ребята. Однако, что под... Боже мой, это еще что за... Что за крендель? Здрасте, товарищ, вы тоже сюда отправляетесь. Вы тоже отправляетесь сюда, без обид. Так, и вот этот парень, отправляется сюда. Ладно, для начала неплохо. Давайте теперь все-таки то, что знаю. Хацуни Мику, ну, вот это какая-то другая, видимо, Хацуни Мику. Скорее всего, там только скин поменяли, я так чувствую. Поэтому вместе с Балди отправляйтесь. Вот это у нас категория для тех, кто просто поменял скин, а музыка осталась, да? Ну, кстати, а что это такое? Я тоже без понятия. Лемон Демон-то я понимаю, да, а что за модификация, не знаю. Уйти, поехали. Так, Уйти у нас уже, в принципе, был. Я так подозреваю, что вот это Уйти ретроспекторовского микса. А вот это Уйти обычный. Ну, я их вместе поставлю. Мне кажется, они оба хороши. Дальше. Блин, твою мать, это, по-моему, какая-то уличная модификация, да, насколько я помню. Street Bass или как-то. Не, она не так называется, но там, короче, уличные треки такие, уличные вайбы. Но это, наверное, мы вот на D определим. Так, это... Видите, у него ресницы. Это бойфренд сменил пол. Ну, мы очень толерантные, да, мы очень толерантные, поэтому давай вот туда же во имя толерантности тоже туда же кинем. Так, это семейство бойфренда. Хорошая была модификация, мне понравилась. Расширяла, скажем так, лор игры. Поэтому давайте ее закинем на C закинем. На B, конечно, нет, там самостоятельных треков практически нет. Так, это я не знаю, что. Это у нас неомод, если я правильно понимаю. Неомод у нас отправляется на С. Чара тоже на С отправляется, я думаю. Б и А это, конечно... Хотя, вы знаете, Чару даже на Б мы, наверное, кинем. Это у нас модификация как-то связанная со школой Пико. Я помню, была такая, наверное, это о ней речь. На школу Пико модификация очень хорошая. Давайте ее на А киданем, если это то, что я думаю. Надеюсь, я не перепутал. Так, это я понял, это против ютубера, там, на звукозаписывающей студии. Никогда не играл, но немного видел. Давайте на деки донем. Это я не знаю, кто, да. Марио! Не, ну Марио... слушайте, Марио я даже не играл, но Марио хочется вот сюда. Вот Марио это... Марио крутой. Марио крутой чувак. Так, Beach Brother. Beach Brother, помню эту модификацию. Beach Brother у нас отправляется тоже на D. Она мне как бы не особо прям запомнилась, но в принципе и не сказал бы, что она какая-то плохая. Это Friday Night Funkin' минус, да? Ну пусть тоже на D будет, я не помню толком этот мод. Так, это у нас... кто? Не знаю кто. Хекс! Дружище Хекс! Здравствуй, дружище Хекс, ты отправляешься на С. Ты молодец, Хекс. Ты крутой чувак. Бывшая бойфренда отправляется на Д и соседствует вместе с ним, только в немножечко иной ипостаси. Немножечко ином обличии. Скетчи! Скетчи вообще крут. Давайте мы его... значит, повыше. Я предлагаю скетчи вообще пихануть вот сюда. Мне дико этот мод понравился, он прикольный, там классные треки. Там прикольная история. Фанатка Скай, ребята, ну фанатка Скай, ну вы понимаете, да? Фанатка Скай, ребята, это шикардос. Это шикардос, это идет на самый верх. Мистер Брайтсайд, помню этого парня. Вот сюда.
А почему вот... Нет, давайте, наверное, все-таки вот сюда, ладно, здесь, конечно, это уже перебор, но вот сюда, на D. Почему, казалось бы, такая низкая оценка? Ну, потому что там мне музыка не то чтобы очень нравится, поэтому вот так. Но персонаж сам по себе мог бы быть такой прикольный достаточно, если бы ему музыку получше. Энни, модификация на Энни очень хорошая, я бы кинул ее на А. Мне нравится там музыка, мне нравится этот персонаж с бутылочки, он обалденный, и что еще, собственно, желать, правильно? Если у тебя есть обалденный персонаж с бутылочкой, это уже прекрасно. Дальше, это Кэрол, которая там Суити, там Шуры-Муры. Мы ее тоже давайте повыше, вот сюда вот. Я, по-моему, не играл, но я видел этот мод, прикольная песенка там. Зубик я тоже видел, Зубик, по-моему, если я правильно помню, заслуживает оказаться где-то, ну, вот здесь. Хорошо, Неон, босс Неон, хороший мод босс Неон, очень даже неплохой. Давайте, наверное, на Б вот вместе с Кэрол его, соответственно, и поместим. И будут они там королиться, неониться, и еще там рядом с ними будет чириться и уйдиться, да, все они там будут вместе тусить. Это кто такой, я не знаю. Cartoon Cat, но я не видел с ним никакого мода, но я узнал этого персонажа. Боб, ребят, на самый верх отправляется Боб. Боб шикарен, Боб великолепен. Сорвенты, ребята, туда же, просто высшая, я считаю, высшая форма модостроения. Трики, ну естественно, Трики, без... Трики, ты где? Куда делся Трики, алло, куда Трики пропал? Трики, родной. Я чего? Ребята, у меня Трики пропал. Все, ты всрали, потеряли Трики, клоун Трики пропал без вести, на помощь. Нигде нет, здесь нет, здесь... Может, сюда как-то залетел, я не знаю. Что это такое? Клоуны исчезают, представляете? Был клоун и нет клоуна. А вот еще скетчи, а как понять? Ну, давай. Что, какой Марио? Где скетчи? А скетчи где? Короче, скетчи вот здесь на А, Трики здесь, на самом верху. Мы запомнили. Это какие-то спукизы, я не знаю, спукизов повыше. Спукизов я люблю, но я не понимаю, о чем речь. Так, это Ридзак, по-моему, зовут этого парня. Я видел немножко этот мод, это вот сюда, вот я считаю. Это я считаю вот сюда. Дальше. Вот это я не видел. О, Клаунсо! Кстати, классный тип, мне понравился этот мод на А. Он смешной, забавный, прикольная музыка. Да, я понимаю, вы, наверное, удивитесь, высоковатая оценка, но мне реально этот мод зашел. Это все-таки мои субъективные впечатления, раз вам... Аготи прямо рядом с ним там становится, тоже его поддерживает всячески. Это мамаша бойфренда, так, семейство бойфрендов, где оно у нас? Где у нас было семейство бойфрендов, чтобы быть... Что-то пропало, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Погодите, вот она. Вот сюда, короче, кинем. Да, пофигу, я что-то запутался, там что-то поменялось. А клоун Трики так и исчез, представляете, я его не вижу, вот в упор, вот хоть убейте меня. Вот не вижу его и все. Шеги, это конечно же. Шеги это само собой. Куда? Правильно, сюда, на самый верх. Блистательный, потрясающий мод. Чики парень хороший, Чики парень прекрасный, но... Но он тоже пропал, ребята. Он тоже... А, вот он, сам внизу. Так, может, и Трики сюда залетел? Ладно, если увижу, то будет неплохо. Да что происходит, блин? Вот опять он исчез. На этот раз уже, наверное, навсегда. Да, тут что-то тут лагает. Тут невозможно так протянуть персонажа, чтобы он не исчезал. Ладно, хорошо. Флиппи. О, Флиппи. Не, ну Флиппи крутой. Флиппи, ребята, крутой. Флиппи охренительный. Флиппи мы на самый верх кидаем. Флиппи обалденный. Вот в это вот я не играл. Я только это видел превьюхой, в общем-то, на других каналах. Так, дальше это какие-то чуваки, тоже не знаю. Ну, я не играл в Edsworth, ладно, тоже закинем. FPS Plus, не знаю. Рональд Макдональд, ребята, отправляется, наверное, я думаю, прямиком. Прямиком вот сюда вот он отправляется, на D, потому что я его даже толком, не то чтобы особо этот мод прочекал. Маленький Уити, это прелесть, у нас просто за то, что он маленький Уити, пойдет на B. Так, Мэтт хорош, но он, конечно, не потрясающий, он тоже идет на B, я считаю. Но это не потому, что он Black, никакого расизма, просто на B идет. Гарсела, ой, Гарселочка, мой любимый. Мой родной, вот тебя потерять никак нельзя. Тебя я должен поставить просто на самую вершину. Это один из моих самых любимых модов. Гарсела невероятен. Pumpkin Pie, мы только недавно играли в это дело. И я вам скажу, что, ну, D, B, C.
Ну там еще скид, поэтому за скидом и на С еще поднимем. Я скиды люблю. Вот, вот так будет идеально. Это я играл, по-моему. По-моему, что-то такое было. Вот в гачу я... Нет, я играл не в мод Friedman Funkin. Я просто играл отдельно в эту гачу. А мод я не видел, поэтому сюда кидаю. А, так, хорошо, дальше. Чара вот эта. Вот эта чара достаточно крутая. Эта чара достаточно крутая, офигенная. Она у нас на С отправляется. Так, дальше. Некофрик. Некофрик хороша. Некофрик обалденная, мне кажется. Это, знаете, это там, там такая музыка еще классная. Это прям на А мы. Прям на А кидаем. Это безумная фанатка, она крутая, да? Вот жалко, вот все-таки вот здесь вот у нас трики такие нету. Да, трики должен здесь быть. На самом верху должен быть трики. А мы его всрали. Зарди. Ну, Зарди хорош, но Зарди, конечно, при том, что он хорош, он не фееричен. На Б. Зарди на Б. Так, дальше. Руф. Это я так понимаю, ремастер. Это ремастер у нас этого самого, да? Ремастер вот этого вот, да. Я, кстати, еще никому не поставил самую нижнюю оценку. Есть вообще мод, который вот прям на нижнюю оценку рассчитывать может? По-моему, нет, я не знаю, я не припомню. Мне все нравились по-своему. Хоть чуть-чуть, да? Ну, давайте тогда вот импостер, пожалуйста. Импостер? Нет, я не к тому, что я ему 2 поставлю. Я к тому, что импостера мы просто возьмем и поднимем на А. Импостер хорош. Так, женский хекс не играл. Какая-то новая Кэрол не играл. Это я видел, но не играл, да, видел анимацию чисто. Это не знаю, что такое, это не знаю, что такое. Электрофанкин, не знаю, что такое. Это не знаю, что такое. Это не знаю, что такое. Ой, все, поехали, ребят. Андерс. Андерса я немножко видел на Ютубе, но не играл. Андерса мы поставим вот сюда, да. Так, торт. В торт играл. Торт хорош. Торт хорош. Торт прекрасен. Торт молодец. Торт у нас отправляется на Б, да. В категорию Б отправляется торт. Так, что у нас дальше? Вот это не видел. Кассандра. Кассандра, зашибись. Кассандра мощная. Кассандра, давай-ка вот сюда вот иди. Иди сюда, родимая. Тоже на Б. Мы на Б ее закиданем. Закидаем. Закиданем. Генри Стикман. Я видел эту модификацию. Видел эту модификацию на Ютубе. Потом я пытался скачать, не получилось. На Б, я считаю, подходит. Так, это что такое? Хрен знает. Чара. Ну, чара уже одна была. Это мы все распределяем сюда. Я не знаю, кто это. Такие. Капи. Капи, Капи хорош, Капи очень хорош. Капи, я вам так скажу, на А отправляется. У Капи очень классная музыка, у Капи потрясающая хореография. У него офигенный там вот этот вот приборчик, на котором он пляшет. Айзек. Модификацию Айзека я играть прям вот, скажу так, не начинал, но я тоже видел на Ютубе немножко. Мне показалось, что эта модификация вполне себе заслуживает оценки Б. Да, она вроде круто сделана. Это что такое? Это хрен знает. Пом-пом! Ой, пом-пом вообще прелесть. Пом-пом вообще прелесть, ребят. Пом-пом, ребята, отправляется на это самое. На самый-самый верх. Да. На самый верх, и это безоговорочно. Так, гольф, короче. Вот давайте я вот этой модификации поставлю, наверное, первый. Первая модификация, которую я поставлю 2. Знаете почему? Я ее пытался записать, и я не могу там никак попасть по мячу. То есть я несколько раз пытался записать эту срань. Там просто невозможно попасть. Это просто невозможно. Просто невозможно. А не рабочая, по сути. По крайней мере, на моем компьютере. Как тебя там зовут? Как тебя там? Сандей, Сандей, красавица моя, Сандей, иди сюда. Мы тебя на самый верх сейчас раскидаем. Раскидаем тебя на самый верх, понимаешь? Так, хорошо. А, это у нас Don't Know, Don't Remember, да? Don't Know, Don't Remember у нас. Итак, получается... О, Дельтарун. Ну, Дельтарун там ничего так. Я видел. Дельтарун там так ничего. Дельтарун там так зашибись. Давайте на Б. Так, дальше. Вот это вот. Не знаю. Таби! Таби, прикиньте, я чуть не упустил Таби. Таби, конечно же. Конечно же, друг мой. Родимый мой. Ты попадаешь у нас на самый верх. Ты же Таби все-таки. За Таби и не грех. Так, это какой-то новый Зарди. Я не знаю, чем он отличается, поэтому... Это кто такой? Это кто такой? О! Стейркроун. Стейркроун крутой чувак. Очень стрёмный. На С, я считаю. Как раз ему самое место где-то там. Так, это не знаю. 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 Это Starlight Mayhem. Я наконец-то узнал какой-то мод. Starlight Mayhem. Это у нас Б. Так, дальше. Без понятия. Какой-то злой хекс. Без понятия. Троллч. Троллч хороший мод. Как он? Так же называется, по-моему, да? Троллч мы с вами так сейчас тоже кидаем. Повыше, повыше, повыше. И, соответственно, на А он отправляется. Мод офигенный. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Так. Опа. Что это такое? Хрен пойми. И осталась, короче, у нас голодающая художница. Голодающая художница, она топовая. Но не настолько топовая, чтобы попасть на самый верх, сами понимаете. Поэтому давайте вот на С голодающая художница отходит.
И вот мод Омега, который последний, кстати, вот который я смотрел, буквально вот мы сегодня в него играли. Мод Омега вообще у меня, знаете, я, наверное, так скажу, отправится на самый верх. Мне понравилось, мне прям дико понравилось, короче, эта модификация, да. Я не знаю, я был в восторге. Мне понравилась история, мне понравились песни. Все, в принципе, зашло практически. Так, и нелинейность, и масштабность. И, в общем, вот так вот, ребята, выглядит. Да, это то, в чем я ни хрена не разбираюсь. А вот это вот все, что я рассортировал. Напоминаю, что вот здесь вот у нас еще точно клоун Трики, но он пропал. И, по-моему, Чики я еще хотел вот сюда кидануть, или сюда. Чики, по-моему, тоже пропал. А так вроде бы все остальные были на... А, вот Чики, гляньте, Чики. Ты смотри. Так вот, Чики, значит, все, он отправляется у нас на А. Да, Чики хороший мод достаточно такой был. А сейчас я, может, даже клоуна Трики тут отыщу. Я сейчас попробую. А вот же он, господи, вот же он. Ты посмотри, ты посмотри. Так надо еще сейчас проверить внимательно вот эту категорию. Don't know, don't remember. Может, что увидаю. Может, что увидаю, что исчезло куда-то. Куда-то не туда впендюрилось. Ну, наверное, уже нет, да, вот это вот уже все, это старенькое, да. Это все старенькое, это все, что я помню, все, что я сюда специально запихал. По-видимому, по идее. И, в общем, да, в общем, вот так вот. Вот так вот, да, выглядит мой, собственно... Стоп! Не знаю, кто это. Подумал, что знаю, но не знаю. Вот так вот, в общем-то, выглядит мой рейтинг. Можете на паузу поставить, поизучать, писать, с чем вы там согласны, с чем не согласны, какой у вас был бы рейтинг. Ну и полностью, конечно, все это дело не напишите, ну так, вкратце. Чё бы подрихтовали, если вам кажется, что что-то тут, по вашему мнению, не очень справедливо. Ну или пишите, что вы согласны со мной, если справедливо. Также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал, прожимать колокольчик. На этом мы на сегодня заканчиваем. Такая вот необычная серия, надеюсь, вам понравится. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.